Огромная честь выступать сегодня перед вами. И в свое время я играл роль капитана Фэба в мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари». Этот спектакль был поистине популярным. И сейчас я с огромным удовольствием хотел бы исполнить для вас, пожалуй, самую известную арию из этого мюзикла. Ее поют три исполнителя, я ее спою не один. Мы ее споем вместе, договорились? Как мы ее с ребятами, с моими коллегами называем? Эту песню мы называем «Русская народная песня», несмотря на то, что автор француз. Белли. Свет озарил мою больную душу. Нет, твой покой я страстью не нарушу. Полночный бред терзает сердце мне опять. Ой, смирай, да я посмел тебя желать. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печать. Я за страдания, за любовь готов принять. Нет, горбун отверженный с проклятием на челе. Я никогда не буду счастлив на земле. И после смерти мне не обрести покой. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Обещают рай твои объятья, дай мне надежду, о мое проклятие, знай. Греховных мыслей мне сладка слепая власть. Безумец прежде я не знал, что значит страсть. Распутной девкой, словно бесом одержим. Цыганка дерзкая мою сгубила жизнь. Жаль, судьбы насмешкою я врясу облачок. На муки адские навеки обречен. Вместе и после. Спасибо огромное. Это была репетиция. Сейчас споем еще громче. Все вместе. Под ваши аплодисменты. Сон, светлый счастье, сон мой, Эсмеральда, стон. Грешной страсти стон мой, Эсмеральда, о. Сорвался с губ и покатился камнем вниз. Разбилось сердце белокурой блёрный лис. Святая Дева, ты не в силах мне помочь. Любви запретно и не дано мне превозмочь. Стой, не покидай меня, безумная мечта. Права мужчину превращает красота. И после браво, друзья! Спасибо вам огромное! Давайте попробуем по две строчки. Я начну две строчки, слова подскажу. Громко, хором, все вместе. Договорились? Попробуем? Начну. И днем, и ночью лишь она передо мной. И не Мадонне я молю. Стой, не покидай. Права мужчину превращает красота всех. После смерти мне не обрести покой.
Вы самые лучшие. Шужевский. Спасибо огромное. Спасибо.